Его зовут Варяг фон Бриксесберг, или в народе просто Вася. Большую часть жизни он задерживает преступников, ищет взрывчатки и спасает людей. У четвероногого героя день рождения. Ему исполнилось 10 лет. За 8 лет службы Вася не просто находил опасные предметы. Он даже побывал в зоне АТО. Мы с ним вместе начинали свою служебную карьеру лейтенантами. Ну, теперь Вася уже генерал, а я пока еще майор. Мы с ним прошли 8 лет службы. Последние 4 года Вася находится под руководством старшего инспектора-кинолога, старшего лейтенанта полиции Матвеевой Елены. Вместе с ней они сделали много резонансных открытий, много находок. Также под моим руководством были в зоне антитеррористической операции в Луганской области. Главная заслуга четвероногого генерала – спасенные человеческие жизни. Каждая находка, мы можем говорить о сотнях жизней, потому что мы не знаем, для чего она была изначально предназначена. Поэтому, как один из примеров, в позапрошлом году на улице Екатерининской, угол Малой Арнаутской, была найдена сумка, в которой было около 3 килограмм тротила. Кроме Васи, в кинологическом центре сотни четвероногих героев. Их обучают находить взрывчатку и наркотики, задерживать преступников. Интуицию псов трудно обмануть. Без их помощи свою службу правоохранители не представляют. Анна Городенцева, Анастасия Гречко, телеканал «Репортер».